Знаем мы колобки. Я как вам говорю, игрок Амон-Ра, синяк, синячки, думаю, переделаю гильдию, это потом. Я вас, как это говорится, вертел, верчу и вертеть буду, блядь. А теперь мы обозначим, кто это. Подальше возьми. Подальше сходи. 5-10 сантиметров держи. Опа! А кто там за рулем? Мелкий. А кто за рулем? Да, хорошо, что какой-нибудь трезвый. Дядя, что за рулем? Ну, он плавает. Когда переборщил. Что, кто, где, что? Видишь, надо пипетку специально. А я не знаю, кто там. Мелкий, ну, Игорь. Нет. Да, 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 Игорь. Да, да. Молодец, он как работает. Так бы на сады ходил бы. С этим. Значит, мой платец сделает. Пил мать, там еще ночь. Бля! Поверни спину. Доделай. Чего нет? Колобки в жопу, блядь. Подожди. Извините. Это забыл по имени, подожди. Да, почему я тебя по имени? Да, ты или да? А я не могу, блядь. Я надеюсь, это не место, что это, ну, отмывается. Отмывается раз за месяц? Ну да. Точно. А, ну как раз отпуск, бля. А ты как? Сейчас нелегал, мне кажется. Вот не видел. Да ладно? Чё, нормально, это не шевелись. Как тебя? Хорошо называют. А? Нелегал. Тимон. Блядь, его в самолет не пустят потом. Да я в майке буду. Я уже 2-3 дня, блядь. Да вон, смотри, нормально смывается, свежее. Ну да, хоть это будет свежее. Нормально смывается. Такое сильное, когда он точно 3-4 дня будет на день ползать. А он, блядь, не жалеет краски, блядь, красит и красит. Бля, ты мне сейчас жопу еще покрасишь, блядь, чуется, блядь. Что он там делает? Закрашивает. До 5 числа будешь. Да и похуй. Бля, в аквапарк мне же, бля, надо будет ехать. В аквапарк? Ну, когда? Я думаю, я 5-го приеду обратно сюда и поеду в аквапарк. Да хватит ему в 10 слоев, точно не отмоется. Повернись. Я не вижу ничего.